Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. معبر باب الهوى بساحة سرمدة. فقام الحاجز 160 اللي هو تابع لهيئة تحرير الشام وحكومة الأنقاذ وهو من يدعي الدين والإسلام، فزت على المتظاهرين قنابل ورجع العالم كلياتها من المظاهرة. السلام عليكم. ليش راجعين من الاعتصام اليوم؟ عم بقوش عليهم. مين عم بقويش؟ هي عم بقوش عم متظاهرين ما يروحوا. السلام عليكم. سلام. اخي ليش راجع من الاعتصام؟ على اساس باعتصام بسرمدة؟ اخي من كثرة التشبيح مكتب الهيئة التعريض الشام. الله يعطيك العافية. ما بيخلوا حدا يمر. الله يمر بها. نار مباشر، مباشر على المدنيين. تمام. من قبل مين؟ من قبل هيئة تدبير الشام. تمام. Турецкий наблюдательный пункт номер 9 в недавно освобожденном сирийском городе Мурик продолжает работать. Анкара заявила, что военные не собираются перемещать эту точку в другие районы, несмотря на нахождение здесь сирийской арабской армии. Как видно на снятых на камеру квадрокоптера кадрах, на поверхности наблюдательного пункта никто не перемещается. Находящиеся на ней турецкие военные держатся тихо, при том, что территория уже освобождена от боевиков, бежавших вглубь Идлиба. Вся расположенная на военизированной территории техника спрятана под крышей, а жизнь здесь напоминает лишь вздымающийся дым из трубы. Ранее в Мурик прибыла военная полиция Российской Федерации. Армейские приехали в освобожденный район, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами. Но все же...